Это образец Первомайска Зверевского месторождения. Раньше там золото забывали. А сейчас вот такие образцы с крокоитом. Это неплохой образец, конечно, найти его сложно. Но он рядом с шурфом находился. Интересный. Это образец с проявления, ну, с нового проявления. Кварцевод, халцедон по кварцу. Район поселка Озерный. С одной стороны светлый цедончик, а с другой стороны вот такого вот кремового цвета. Небольшой образец в ладонь помещается. Это кварц Копигема, район Шайтанки. Копь была найдена по кристаллу кварца, который находился на поверхности в лесопосадке. Ну, это отмытый образец. Вообще-то они такие вот железистые. Неплохая щетка кварца. Это большой образец граната в породе. Откуда он, даже не знаю. Но вот видно, что гранат, а тут же, вот сейчас найду, эпидот, и тут же виден кальцит. Довольно внушительный образец в ладони или помещается. Вот интересный участок. Кальцит, гранат. А вот здесь вот эпидот еще. Похож и в то же время не похож на гранат с медного. Гранат с медного, сейчас я покажу.
Ну вот точно, вот это гранат с медного. Кристаллы несколько отличаются. Гранаты медного также имеют блестящие грани. Вроде есть состав тот же, вот в скарне они. Вот это тоже гранат медный.